Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Кто там спрятался? Стесняется что-то Каролина у нас тут. Лео сидит, работает. Не будем ему мешать. Доброе утро. Привет. Будем готовить завтрак. Каролина, пойдем завтрак готовить. Пойдем. Мои авокадики растут уже, смотрите, как. Прям разрастаются. Вот этот вот. У меня тут еще один был, что-то он испортился. Тут еще один никак не пустит корешки. Что ты меня облизываешь? Стоит, меня облизывает, облизнула все. Давай волосики завязывай, хвостик делай. Будем завтрак готовить. Вот такая вот девочка получилась у меня. Вот. Такие вот ушки большие, длинные. Тут еще бантик ей пришила, повязочку. Вот так вот. Новая зайка. Сейчас вяжу еще мишку. Будет еще мишка ей, дружок. Да, только хлебушек купите. Яйца есть, только хлебушек. Масло есть, колбаска есть. Что ты там делаешь? Ты весь мой рисовый хлеб сейчас съешь, Ксюша. Вот такой вот будет мишка. Голова готова. Это мишка будет. Друг для зайчика. Мишка? Да. Я одну лапку связала вчера. Только одну лапку. Вот такой мишка. Вот. Ротик? Да, это ротик у него. Сегодня буду вязать дальше. Нужно закончить. Угу. Смотри, у тебя волнистые. Заплела косичку на влажные волосы. Такие кудрявенькие. Горячая. Садимся завтракать. Ау, то есть уже обедать. Guten Morgen! Привет, как дела? А, pero muestra. Кушать пойдемте. Como se dice otra cosa que no sea как дела? Не знаю. Обычно говорят «Привет, как дела?». Ну, pero hay otra manera. Buenos días, buenas tardes. Доброе утро. Доброе утро, как дела? No. Твой стул уехал в отпуск. Каролина, ты спишь? Алло, приехали. Каро. Каролину привезли к тете. Так ты с ночевкой или тебя вечером забирать? Вечером. Вечером? Без ночевки? Окей. Мы поедем по делам, в магазин заедем. Все, давай, пока. Мама. До вечера. Выпустите ее, пожалуйста, кто-нибудь. Либо Ксюша, либо Макс. Пока. Давно мы не проезжали по центру. Сегодня очень жарко, 30 градусов. Сентябрь месяц. Обычно у нас уже дожди. Такое ощущение, что лето. И красивые цветочки, как здесь сделали. Мы уже домой приехали. Сейчас будем тестировать одну штуку, которую купил папа. Она вроде должна помогать. Где-то короче, надо... это для дрессировки собак. В общем, также и кошек. Кошкам подходит. Сейчас будем тестировать, работает или не работает. Какие-то лампочки еще там. Окей, okay, вот он. Я слышу какой-то звук. Она слышит, но, видишь, она ушами шевелит. Она пищит, но все равно. Там написано для дрессировки. Такая вкусная дыня, первый раз. Первый раз попалась вкусная дыня. Испанская, с Испании. Ксюш, никогда шторы не снимала? Во! К тебе видно. Все, теперь тяни потихонечку. Шторки постираю сегодня. Потихонечку, чтобы пыль не летела. То они такие пыльные. А эти штуки надо снимать? Пластиковые? Нет, их не надо снимать. Держи. Вот эти, на чем они едут, на чем они держатся, нет, снимать не надо, так стирается. Я не снимаю. Потихонечку, чтобы это не летела пылюка. И все, те остальные нужно с этой стороны снять. Давай.
Потихонечку, потихонечку. Не тряси, не тряси. Сейчас быстренько их постираю, и они высыхают. Тоже очень быстро. Даже, в принципе, я их вешаю мокрыми, чтобы не гладить. Они сразу высыхают на окне. И все. В общем, я решила еще здесь тоже шторки снять, постирать у девчонок в комнате. В этой комнате девчонки спят. Видите, только у нас тут остался наш шкаф. Он не помещается в эту комнату. Здесь спим мы. В этой комнате стоит шкаф Маргариты и все ее вещи. Вот. Потому что девчонки здесь вдвоем не поместятся. Им пришлось перейти в нашу комнату. А мы сюда. И мебель тоже перенести не можем. Поэтому получается такой вот. Наши вещи здесь. Маргариты вещи у нас. Потому что видите, какой он огромный шкаф. Не поместится в ту комнату. С этой стороны у нее Шрек. Коллекция. Коллекция Шрека. Ну, какие у него тут распечатки. Не давайте деньги детям. Закажите им бесплатную детскую карту Альфа-банка, а дальше они сами зарабатывают настоящие деньги в играх и кэшбэк 10% за любые покупки. Альфа-банк. Лучший мобильный банк. Дай косточку. Что здесь карты делают? Каролина принесла карту мира. Изучает. Пойдем на улицу. На улицу пойдем? Пошли. Пойдем. Только попробуй. Да, я закрою. Иди сюда. Сразу она. Давай. Туда иди гуляй. Тут кустик у нас высох. Мне кажется, нужно обрезать все эти ветки сухие. Почему-то он засох. И нужно сорняки уже выдергивать. Видите, сколько их тут растут. Нужно выдергивать. У нас сегодня спортзал по плану. В 6 часов вечера. Вчера тоже в 6 часов поехали. В субботу-воскресенье спортзал открыт до 8 часов. Обычно мы чуть позже ходим, часиков так в 7-8. Вот, но по выходным пораньше приходится ходить. В этом году у нас осень очень такая теплая, жаркая даже. Одну ложку в кипяток. И сколько воды? Воды? Ну, желательно побольше, если две футболки будешь это. Две ложки. И одну ложку. Маргарита, тебе какая фотка больше нравится? Там, где я без... Где? Вообще никакая. Вообще? Почему? Красивая. Нет. И та красивая. Просто фон разный, да? Нет, хорошо получилось. Вот эти. Ну, Ксюш, давай рост измерим. Сколько у тебя последний раз было снимать паточки? 50. Нет, 67 у тебя было, 65. Как Маргарита. 65. Хочу фолк, блин. Уходи. Мне кажется, ты будешь понять. Как это кидать? Просто кидай, да, чтобы она утонула там все. Я... Пока шипит высоко. 160... Чего? 169? Ксюша, она меня на 2 сантиметра она меня переросла. Всю можешь футболку засунуть? Все, прям все пихай, Маргарита. Смотрю, думаю, блин, она выше меня. Смотри, ровно спину выпрями. Уходи. 167. 7? Да. Нет, чуть-чуть у тебя это. Видишь, нагибается, Маргарита. Ага. Прям хорошо по стене сделай. 167. Маргарита. А где ты? 169. Ты чё? Обалдела, что ли? Шла. Сколько будем ждать часов? А если будем часа 2-3 ждать? Маргарита решила лазанью сделать, а мясо-то у нас заморожено. А? Его не перекрутить, оно как камень. Угу. Мяско уже разморозилось, перекрутилось. Здесь соус, как он называется? Бешамель? Просто сырный. Да, я не знаю, как он называется. Сырный соус. С молоком? А здесь мяско. Куриная фарш.
Водичку еще надо. Водичка, да. Жаль, что... Водичку еще надо. Сейчас. Все, лапша есть. У нас даже тут еще одна, две упаковки. Так, все, красота готова. То есть готова заезжать в духовку. Очень тяжелая. Наверное, 40, 30, 30, 40 минут поставлю. Ну-ка, у тебя тест по английскому видела когда? Нужно готовиться. Мы только недавно со спортзала приехали. Время уже 8 часов. Будем собираться спать. Сейчас руки проверим. Донорстаг. Донорстаг? Донорстаг. Донорстаг, у тебя нет ничего. Тут среда, у тебя будет тест по английскому. Это когда? Это Митвох. А это? Это Митвох. Это новая неделя. А тут что написано? Так, съем. Игрушка. Такая игрушка прикольная, да. Двухсторонняя. С этой стороны да. Такой добрый. Это какой? Этот инопланетянин какой-то, не знаю. Нет, это... Это кто? Это рыбка какая-то. Рыбка? С этой знаешь, стороны грустная рыбка, а с другой стороны веселая рыбка. Угу. Так, мне нужно сейчас сделать себе коктейльчик протеиновый. И сварить 2 или 3 яйца после занятия обязательно. Протеин и белок. Где у меня тут яйца? Жубки. Жубки, детки, ну, чистить жубки. Ты аватарку делаешь? По длине волосы есть? Нет, только вот эти нормальные. Что это? Это дулька на голове, как у меня. Как у меня вот такая вот. Да что здесь, как у меня колор. Цвет поменяй просто. Давайте потом сделать. Уже время 9 часов. Лорен Шварц. Ну, браун. Лорен Отру браун. Ну, вот так нормально. Аси. Ксюш, все, хватит издеваться. Пошли. Оренью.